Исторический момент для жителей села Краснополка. Установка мачты для автономной котельной. О ней руководство местной школы мечтало с 2017 года. В 2019-м появилась надежда на будущее без дров и угля. Отныне согревать социальный объект будет природный газ. За его стабильность отвечают питерские теплообменники. Внутри вот этого кожуха расположено огромное количество из специального материала трубок, через которые проходит теплоноситель и передает свою энергию, то есть тепло, внутри вот этого барабана. А это значит никакой коррозии. Котельная будет работать даже в условиях сурового поволжского климата. За основу взяты советские технологии. Если что-то выйдет из строя, с легкостью заменят на наших заводах. Кроме того, теплоноситель автономный. Система не зависит от постоянного присутствия людей. Если это требуется вмешательство человека, то тут же сигнал аварийной диспетчерской службы идет на место. То есть это вот Корсунский район. То есть у нас здесь постоянно действующая круглосуточная аварийная бригада, который выезжает на место и устраняет эту проблему. Поэтому происходит все это очень быстро, потому что в режиме отопительного сезона, то есть мы всегда наготове, то есть, как говорится, мы ни минуты не спим. Для потребителей такая система отопления, прежде всего, комфорт и экономия денег. Старая кочегарка на заднем дворе школы, что говорится, изжила свой век. С обязанностями справлялась через раз. Пережить зиму было сложно. Неравномерная подача тепла, слабая система коммуникаций. Холода в этом году здесь встретят без головной боли. В мае месяце, с окончанием отопительного сезона, любой директор говорил: фух, перезимовали. Котел был старенький, требовал ремонта, и было очень сложно перезимовать. Были порывы, то есть мы сливали воду, варили котел, по новой топились. Это была сплошная головная боль. Чтобы тепло не выходило из школы, руководство готовит документацию на капитальный ремонт здания. Его планируют провести в 2023 году. В этот же период газовому отоплению подключат почти 200 социальных объектов. 3 из них вошли в программу газификации уже в этом году. Это школы Сурского района, сел Архангельского и Большого Кувая. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ из Ульяновского района.